Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Stickman Wars. Открывает новую область. Построить. Так, ну что у нас тут? Исцеляет вас со временем. Так, нужно 5 дерева. 5 дерева, я думаю, мы добудем сейчас. На изи. Так, сколько у нас дерева? 5 есть. Отлично. Давай еще немножко с запасиком возьмем. Так, прекрасно. Ну что, давай сделаем костер. Вот, будет нас исцелять. Так, дальше. Сделай себе сильнее. 20 древесины нужно. Ну давай здесь добудем ее. Так, ну что, вкратце, ребята, эту игру я играю у себя на телефоне. Как ты видишь, у нас синхронизации нет, ну и слава богу, потому что здесь начнем мы с самого начала. Суть игры до боли проста и в то же время сложна. Будем собирать ресурсы, будем прокачивать нашего персонажа, будем продвигаться дальше по карте. Но это все будет происходить не быстро. Но, в общем, все остальное увидите сами. Так, ну что, 35 дерева у нас есть, давай построим первое наше улучшение. Так, атаки, здоровье, скорость, скорость атаки. В общем, это все мы будем с тобой улучшать. Но сначала тут уже 200 древесины. Это нам, чтобы построить кузню. Так, но с этими вряд ли я сейчас справлюсь. Тем более с ножичком, с одним. Так, а тут уже нужен металл. Блин. Так, вон там наш первый пистолет будет лежать. Ну, до него мы доберемся, обязательно. Пока ты видишь, мы медленные, очень мало у нас всего. Кстати, здесь награда за рекламу. На телефоне я играл, у меня, ребят, нельзя было посмотреть. А здесь, наверное, можно. Они появляются через каждые там 5 минут, по-моему. В принципе, наверное, я буду пользоваться услугами рекламы, чтобы прокачивать, ребят. Там будет очень много даваться денег, ресурсов. Так что, так, а здесь, это у нас улучшение идет. А что это такое? Подписаться? Премиальный пропуск? Да нет, спасибо большое. Так, там у нас инженеры, там волки. Ну, первые противники, они самые легкие, но, опять же, нужна, ребят, прокачка. Так, 200 дерева надо. Сколько у меня дерева-то вообще? 45 всего лишь. Так, пойдем-ка мы попробуем, наверное, этих олухов завалить. Так, с них падают, как ты видишь, по 2 золотые монетки. Плюс у нас будет расти опыт. Пока я первого уровня. Давай этого волка. Нафиг его, в расход, правильно. Инженеры. Да что такое-то, как долго-то мы... Это, ребята, наш персонаж, которого мы будем улучшать. Играть будет только у нас главный персонаж. Больше никакой помощи здесь не будет. Так, нам нужно тут железо найти. Железо вот оно находится в таких вот ящиках. Показано, сколько имеет данное дерево. 10 ресурсов. Так, а чтобы здесь открыть, нужно... Нужно что-то выполнить. Не знаю пока что. Как видишь, у нас очень малое восстановление здоровья, потому что регенерация не прокачана. Вот, смотри, давай посмотрим. О, 217 древесины мне дали сразу же. Это круто, ребят. Так, что я могу, значит... О, тихо. Волчара, ну что ты орешь? Готов. Так, пойдем, наверное, построим. Так, вот здесь, да? Позволяет создавать вещи и оружие. Окей. Так, тут уже нужно 500 железа. А здесь 100 древесины и 500... Ой, 10 железа. Это лесопилка. А, ну это будет нам ресурсы создавать. Так, а вот здесь я уже не помню. А, вот. Покупать инструмент, ребята. Покупаем. Это лопатка и есть еще кирка. Блин, на кирку не хватает. Как эти пока, как дусты с одной лопаткой бегаем.
Так, ну зато можно ее... Так. А, у нас только одна, поэтому заменить мы пока не можем. Так, 10 нашли. Покупаем кирку. Так, ну что, это, соответственно, кирка и лопатка дает нам ускоренное повышение ресурсов. Ну и, соответственно, пока у нас не найдется более мощного оружия, будет наш единственный пока вариант уничтожения противников. Так, 4 голды получили. Блин, нужно ребятам металлолом. Нужен металлолом. Поэтому пошли искать. Блин, если я нападу, меня, наверное, волки загрызут, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим. Ну, переборщил я, понятное дело. Потом он такой ватник будет, поверь мне. Ну-ка, оп. А вот это я не знаю, что такое, ребят. Друзья, это какой-то билетик, что ли? Создать, во. Смотри, мы сейчас получим первую шмотку зеленую, ребята. Это перчатки. Нормально. Он сразу одевает их? Да. И что нам дает? Скорость атаки. Ага. 26 плюс здоровье 12%. Это уже, ребят, хорошо. Это уже хорошо. Ух, рубилово пошло. Сейчас мы с тобой тут. Добыча дерева плюс 2, ребят. А ну иди сюда. Угу. Для некоторых построек нам нужны будут патроны. Патроны добываются вот в той локации, которая у нас еще пока закрыта. Еще раз повторяю, нам не хватает железа. Железо пока очень хорошо охраняется. Оно находится вон там. Блин, зря я сюда ломанулся, конечно. Уходим. Ну вы серьезно, что ли? Я уже думал, сейчас пойдут сюда ко мне еще на базу. Совсем офонарели. Так, улучшить. 40 монет нужно. Блин, а как вот мне с ними драться, а? Так, что у нас тут? Даром забираем, ребята, вот это все. Угу. Пока больше ничего нету. Блин, мне бы какое-нибудь первое оружие бы найти. Какой-нибудь огнестрел, чтобы издалека бомбить. Вблизи, конечно, запариться с ними тут справляться. Так, вон оно. Железо первое, которое... А-а-а! Попытаемся. Может быть, быстро с ними разберемся. Вот вампиризм бы прокачать, это было вообще топово. Ну, вампиризм мне выпал только на УЗИ в свое время. Ай-яй-яй-яй-яй. Фига у него пуля летит, она что, блин, тепловая, что ли, эй. Совсем, ты видел, как она летела? Он еще и сюда идет. Он еще сюда посмелился идти. Ну иди сюда, хламон. Куда побежал? Да. Да. Можем ли мы его победить? 22 монеты за него дают. Yeah! Хлыщ. А вот, ребята, первые 10 металла, которые нам были необходимы. Так. Все, я пошел открывать новую территорию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходим. Беги, Форест, беги. Нет, я не буду пока здесь тратить. Так, надо, наверное, улучшить здоровье наше. Угу.
И, наверное, скорость атаки. Ну и урон. Так, купить. Конечно, купить, ребят. Конечно, купить. Только единственное, что надо не забывать переставлять. Видишь, вот эти вот звездочки, ребят, это прокачка идет. Чем прокачаннее у тебя кирка это, тем больше ты будешь добывать ресурсов. Так. Я думаю, ты увидел, что скорость у нас как бы немножко побыстрее стала все-таки. Ну и здоровье у нас, конечно же, стало побольше. Не 60, там и 80, а уже 150, по-моему. Так, открываем эту территорию. А вот и пистолетик, друзья мои. Совсем другое дело. Сейчас мы будем с тобой издалека шмалять. Ну, пистолет, сам понимаешь. Что такое пистолет? Это, ну, на первое время пойдет, но... Это не предел моих мечтаний, так скажем. Ну, голодранцы. Хорош. Нормально. О, 79,2. Неплохо. Неплохо тут металла дадут. И, кстати, вот чем чаще мы бьем, ребята, тем лучше прокачивается кирка или ломик. В общем, ты понял, да? О, там командир стоит. Помню я его, он охраняет патрон, ребят. Вот, добыча камня, видишь, плюс 4. Ну, с ней... Ой, твою налево. Понял, я понял, убегаю. Не надо там выпендриваться. Да чтоб тебе. Не, ну с этими щеглами можно разобраться. Они щеглы. Теперь эта локация для нас сосунковая. Так, сколько у меня ресурсов? Ага, не хватает. Не хватает древесины, ребят. Не хватает древесины. Вот здесь вот создаешь оружие, ребят. За древесину, за металл и за билеты, как ты видел. Билеты, я так понял. О, 500. Позволяет мержить. Мержить предметы, это когда у нас, например, 3 одинаковых предмета, ребята, мы можем их спаять в один. Опять же, рандомно. Но иногда шмотки выпадают просто бомбические. Особенно легендарочки, если тебе выпадет. Ух. Просто сказка начинается сразу же. Тут я забыл, что у нас пистолет подошел к ней вплотную. Но бомбиты. Пистолет это самое задрическое оружие. Нет, вру. Самое задрическое это вот кирка или еще что-нибудь. По 2 золотые монетки получаем с них. Плюс не забывай еще опыт. Опыт капает, конечно, маленький, но он капает. Так. Окей. А где командир-то? Командира-то что-то нету. Так, у нас цель, сколько нам надо брать? 100? 100 дерева, по-моему, да? По-моему, 100 дерева. Это для постройки здания. Ну, добыча дерева плюс 4, видишь, идет. Так, а вот я не помню, что нужно, чтобы здесь построить. Ага, ага. Понял. 3 патрона. Патрон добывается у нас вот в этой локации. Но поверь, даже если построим, мне туда будет рановато. Там с автоматом такой жестяк начнется, что мама не горюй. Так, ну это у нас все, ребята, улучшается за дерево. Ценники, 25 тысяч дерева, прикинь. Добыча дерева, плюс еще 4 идет. Так, что там у нас? Волчары. С волками жить по-волчьи выть. Блин, два пистолетчика. Ну а фиг ли делать?
там еще не легче, ё-моё. И тут не лучше. А, тут с ножами, да? Ну, с ножами, точно. Так, добыча постоянная. Плюс 4 д... Ага. Ушатаем их. Хе-хей. Так, нормально так. Выпадет сейчас металлолома. Блин, ну с этими я не справлюсь. Они меня запинают. Подожди, нам точно нужно... Сейчас проверим. Да отвалите его нафиг от меня. Так, это не то. Это не то. 500 металла нужно. Что-то я думал, что... Так, 500 металла. Вот. Блин, это лесопилка, ребят. Лесопилка, она, ну, дает нам вот 48. Ты просто собираешь. Так, это каменная шахта. А эта каменная мельница со временем производит камень. 25 тысяч железа нужно, и вот этот камень. А это что такое? Я что-то не помню. А это ничего. М-м, 150. Соответственно, еще рано, да? Можно помержить. Можно, ребят, помержить. Если мы насобираем с тобой, например, очень много дерева. Если будут хорошие шмотки, хорошее оружие. О, вот это обязательно нужно, ребята, глянуть. Глядим рекламу. О, 1013 древесины. Слушай, ну это шикарно, ребят. Можем пойти помержить. Так, где у нас там мерж? Вот он. Поехали. О, блин, пистолет. Ну давай. Понятно. Ну что, надеваем? А, нет, 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 это нам не надо одевать. Да что ты? Снять. Да подожди ты, ё-моё. Я уже забыл, а где у нас это-то? Улучшение-то где? Так, собрать. Это собрали мы. Тут собрали. Так, ну это понятно, это больничка. Это все понятно. Это кузница. Блин, мержить, а я его еще не создал, друзья. Вот это я лопухнулся. Нужно 500, да? 500 железа. Ну что ж, пойдем. Я костюм-то надел. Все это надето. Ни аксессуаров пока ничего этого нету. Ну, я имею в виду ни колец, ни сережек, ни ремней. Пока до этого мы еще не дошли с тобой. Пошел я, короче, за железом. Железо нужно дофигище. Прям очень много нужно железа. Готов. Готов. О, совсем другое дело. Кстати, нужно будет потом кирку, наверное, нам прикупить. Она стоит 140 золотых. У нас уже 155. Так что нам хватит.
Жалко, что, конечно, прокачка у нас будет заново. То есть мы с тобой покупаем новую какую-то кирку, нам придется новую прокачивать. Ну-ка, давай командира попробуем. Ну, слушай, есть шанс, ребята, его запинать. Бинго. Это все наше, это все наши патроны. Так, раз, два, три, четыре. Четыре патрона, это хорошо. Давай, давай, давай. Ну, нормально. Так, тут еще Петифан, видишь, дают за рекламу. Ну, пока меня это не интересует. Есть. Так, дерево. Ну, давай, бей. Справимся? Вот это я понимаю. Так, ребята, древесина разыгрывается. Давай, наверное, возьмем древесинки. Уйдите, утырки. Хо, чудом успел. Блин, пока я бегал, у нас закончилась акция рекламная. Но все равно еще мало железа, ребят. 241, ну, не то, нам нужно 500 для мержа. Так что погнали. Еще, как говорится. Утырки. Смотрим. А, я, видимо, когда на свою базу ближе подхожу. Все, ребята, она заканчивается, да? Печалька. Также можно здесь прокачивать наши вот эти вот, ребята, шмотки, которые уже есть на нас. Кстати, я хотел, что, лопатку? Кирку, точнее. А? Следующая 600 стоит. Надеваем. О, а, нет, это с тремя звездами. Я думал, что мы с тобой лопатку с тремя звездами. Что-то уже обрадовался. Но нет. Давай этого олуха чпокнем. 22 голды за него дают. Опа, красачи выпали. Выпали кроссовки. 10 металла это вообще ни о чем. Раньше было 10 металла, это смак, а сейчас это вообще ни о чем, ребят. Так, что у нас тут? А-а-а. Там еще нужно 300 железа. Не, я думаю, пока перебьемся, надо все-таки прокачивать мерч. Потому что у нас будут потом выпадать на крафте очень много одинаковых вещей, и их, естественно, ребят, нужно будет преобразовывать. А преобразовываться они только через мерч. Она, в принципе, игра будет заключаться, ребята, чтобы мы вот это вот по миллиону раз возвращались вот в эти локации. О! По миллиону раз возвращались в старые локации, бегали по ним, добывали ресурсы. Смотри, скорость плюс 30. Нифига себе. На постоянку, причем скорость плюс 30. Это, видимо, из-за кроссовок. А за что медаль плюс 30-то? Ну да, скорость плюс 31. Нормально. Эх, командира нету. Значит, собираем тогда здесь все. Жалко, что вот за... Вот это нам не дают никакого уровня, ничего. Кстати, уровень у нас уже 6-й, как ты видишь. Древесина нужна. Так, древесина на халяву вообще шикарная. Ой. О-о-о, подобьют. Пока рекламу мы с тобой смотрели, у нас появился противник. И вынес мне мозг. Поэтому я пошел выносить обратно ему мозг. Если он думает, что я ему это спущу просто так, он пускай даже об этом и не надеется.
волки еще позорные здесь. Угу. Готово. Так, где у нас этот хлыщ? Вот он. Ну, сейчас я его выпотрошу. Готов. О! Он мне еще и броник подогнал. Вообще замечательно, друзья. Броник нам дает защиту. Блин, защита, конечно, маленькая, 1,2. Вообще ни о чем. Так, шлема у нас пока нет. Ни каски, ни шлема, да? Оу, щит. Не успел. Хорошо, что у нас как бы герой, ну, по большому счету, как бессмертный. Он погибает и появляется заново. Вот что я хотел сделать. А вот и шляпа, ребята. И еще одна броня. Так, шляпа уже одета. Блин, нам не хватает еще сотки. Нам 100 железа еще нужно. Пойдем за железом. Готовы. И как ты понимаешь, чем выше у нас раскачивается персонаж, тем больше нам потребуется и ресурсов, и всего. Блин, так хочу себе какой-нибудь новый огнестрел получить. Вот самый прикольный, который у меня есть на мобиле. Ну, я же играю как бы на мобиле. Здесь не синхронизировалось у нас почему-то. Это УЗИ с вампириком. То есть я стреляю во врагов, и я восстанавливаю себе здоровье. Я там таких босяцких колбасил из этого автомата. Здесь еще есть, ребята, подземелье. Ты не поверишь, но здесь есть подземелье, где можно очень неплохо зарабатывать опыт. Ну и фарм, соответственно. Так, вот эта штука пригодится нам. Так, 8 патронов. Уж лишними они не будут. О, 500, кстати, у нас уже железо есть. Пойдем строить мерч. Вот это, кстати, тоже пригодится. Ну все, 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 я понял, патроны. Готово. Так. Ну, где у нас там? Вот оно, ребята. Ну что, поехали, попытаем счастье. Блин, калаш. Ну ладно, калаш-то калаш, а чё, ребят? Ну это лучше, чем пистолет, уж поверь мне, лучше. Ну, я, конечно, рассчитывал немножко на другое. Ладно. Так, у нас тут не хватает, да, ресурсов. Слэш наносит... Ну, давай вот это вот прокачаем еще. Так, это еще и реген. Собрать. Собрать. Прокачать, что ли, калаш нам? Но сейчас мы будем, конечно, бомбить намного круче, быстрее, эффективнее. Так, пора бы нам насвоить, наверное, новую локу. Ага. Не хватает железа. Нормально, да, командира, с которым мы тогда пыхтели? Сейчас просто на изи его порвали. Все. А не выпендриваться было в свое время.
Значит, нам нужно 300 железа, да? Ох, нифига там денег сколько дают. Но здесь однозначно у меня будет идти круче прокачка, потому что здесь я смотрю рекламу. То есть просто вот так хоп. Подожди, а где деньги? Почему деньги мне не дали? Зашибись. Я посмотрел рекламу, ребят, там должно было дать 570 там с чем-то золотых. Где они? Обманули. Прикинь? Просто взяли и обманули. Понятно, будем знать, что здесь. Опа, красачи выпали. Да, я понял, что я получил новый предмет. Угу. Были бы у нас еще одни кроссовки, можно было бы их соединить. Так, ладно, пошли за железом. Блин, вот нафига ты, а? Но здесь мы справимся, понятное дело. Скелетол какой-то валяется. Бедного чувачка тут подбили. Ха. Так, ну что, я могу теперь позволить себе открыть новую территорию. Но туда суваться, конечно, это будет жесть. Там уже с автоматами чувачки будут. Кромсать так пойдет дело. Только уши заворачиваться будут. Так, скорость атаки только прокачивается, да? Тут регенерация. Так, ну что, открываем? О, ну тут да. А вот, ребята, и подземелье. Ну зато тут дают по 18 голды. Все сбежали, кому не лень, прикинь. Шлепки несчастные, а? Ауч. Фух. Я успел добежать. Так, скорость атаки. Увеличивает атаку с 8 на 12. Берем. Скорость передвижения. Не, здоровье, наверное, возьму. Вот так вот. Откуда у меня 600 золотых? 600 золота у меня пока еще нет. У меня 333 золотых, как ты видишь. Блин, ну если бы из оружия, то вот мне калаш кажется, это самый второе оружие по самому худшему. Тут есть дробовик, но он хотя бы массово такой. То есть патроны летят в разные стороны. О, одежду взяли. Нашли. Ну это хорошо, ребят. Но если ты уже догадался, то в подземелье нам еще пока рано идти. Так, здесь будет большой огромный волк. Но мы его не увидим. Пока. Почему? Потому что вот эти вот ушлепки, вот эти вот, они не дадут нам с тобой ничего посмотреть. Улучшить. Не буду я пока ничего улучшать здесь. Так, с определенными уровнями нам будут, точнее не с уровнями даже, с определенным открытием новых территорий нам будут доступны новые постройки на базе. У нас где-то должна быть еще тут постройка одна, я не помню. По-моему, в той локации наверху. После того, как мы убьем гигантского волка. По-моему, там все-таки. Сейчас проверим. Вот как меня бесит, когда их тут целая орда нападает.
Угу. Так, древесинка — это хорошо. Металлолом — это тоже хорошо. 130 металлолома. Но пока ничего у нас тут нету. Блин, вот это бесяво, конечно. Сейчас он тут запинает опять меня. Фиг ли ты переключился-то? Вот этого я не понял. Он взял, стрелял в одного, взял, переключился. Нафига ты это сделал? Улучшить. Так, здоровье. Всего-то 347. Маловато. Да это я хотел, чтобы ты бомбанул. Где там эти? Это не то, я не про этих. Мне нужны стрелки. Вон он, волк, видишь, гигантский стоит. Вот если его победить... Если его победить, победи его еще вначале. Че, попробуем? Да ну, мне кажется, он сейчас меня, ребят, заколбасит. Я уже не помню, на каком уровне я его проходил. Ну, нет, смотри-ка, уничтожу я его. Опа, он мне еще и шапочку подогнал. Так, 1500 железа надо. 1500 железа. Раз, два. Только две шапки, да, у нас получается. Ну давай. Кстати, мы можем с тобой... купить новую кирку или новую лопатку, одну из двух. А еще реклам-то уже давно нету. Максимальное количество, что ли, посмотрели? Смотри, там какой-то самолет, кстати, на той локации. Фига себе. До туда я еще не доходил, ребят. Даже у себя на мобильнике не доходил. Давай, добывай патроны. В подземку я пытался, ребят, зайти в свое время, но там что-то враги больно мощные. Не зря это подземелье называется. Туда надо идти прокачанно, с офигенной регенерацией. Причем, если ты сейчас зайдешь... О, шапку дали. Если ты сейчас туда зайдешь, там будет откат. Я не помню, сколько там часов. В общем, какое-то время ты туда не сможешь зайти. Там 8 часов, по-моему, откат идет. Ребят, кританули. Вот это нормальный крит, кстати, вылетал сейчас только что. Просто божественный. Кстати, у нас уже 10 уровень. А что, я не знал, что это можно... О! Слушай, нифига... Нифига... Сколько дали мне там? Слушай, а раньше я такого не помню, чтобы у меня, по крайней мере, на телефоне не было, чтобы я мог вот эти клетки уничтожать. А здесь могу. Это круто. Давай зайдем с тобой в подземку. Хотя бы просто глянем. Ух! Халявный кактус. Блин, они мощные здесь. Смотри, насколько мощные, ребят. Фига себе там командир, блин. Так, смотри, что у нас тут есть. Слэш наносит урон вокруг... Вот, реген, кстати, реген.
Да подожди ты. Реген, кстати, очень хорошая штука. Скорость атаки тоже неплохо. Увеличиваем урон. Так, нам нужно 1500, да? 1500, поэтому нам железо как бы сейчас лучше не тратить. А вот кирку. Так, что нам лучше взять-то? Давай, наверное. Хорошо, уговорил. Вот так вот мы сделаем. Одеваем вот эту кирку. Лопатка эта была прокачана по максималке, прикинь. Ну что ж, была прокачана. Была да сплыла. Я не угомонюсь. Подожди-ка, у нас... Блин, у нас было 3 шапки одинаковых. Чё, что я сразу-то не видел. Блин, свинку тоже, ребята, не могу, только VIP, видишь. А у нас, видишь, копятся монетки. Так. Нет, не то. Мерч. Давай. Раз, два, три. О! Зеленая каска лучше, чем какая-то вшивая шапка. О, регенерация и здоровье. Нормально. Нормально. Регеночку дает мне. Регенерация — это восстановление жизни, ребят. Так, ну что, поехали. Блин, вот бы мне выпало УЗИ, было бы вообще прикольно. Ну, я не знаю, ребят. Шанс, что тебе выпадет УЗИ, это такой маленький, мизерный. Да куда ты, блин, переключился? Ну, ё-моё. У нас уже 11 уровень. А сами напросились. Нормально, так просто одного за другим. Так, 600, ну а тут 3000. Синюю кирку я даже у себя, ребят, на этом не покупал. На своем телефоне. На своей основной игре, так скажем. Я все коплю 1500 железа, чтобы мне открыть ту локацию, где волчара. Ну там трэш, там будет первая турель. Я долго, ребята, с ней. Я ее валил только за счет вампирика. Другими способами я ее не мог победить. А чтобы вампир... Тут выпадает оружие с разными, ребята, как сказать, статами. Одно и то же может выпадать, но с разными навыками. Может вампирик выпасть, может еще что-нибудь. Может какой-нибудь урон вокруг там, или еще что-нибудь. Всегда по-разному, рандомно. Так что если УЗИ выпадет, то еще не факт, что он выпадет именно с регеном. Готов. О, кроссовочки. Ну или кеды. Так, а у нас кеды есть, ребят. 3 штуки. Ну что, можно мерджить идти? Давай, наверное, сходим, промерджимся. И, наверное, будем потихонечку закругляться. Я думаю, для первой серии будет достаточно. Ребята, вы пишите. Кстати, вот клетка еще одна. О! Смотри-ка, тут клетки работают. Опа-на. Почти 20 металлолома они мне подкинули. Там надо 1500. Тут сколько? 20. Ну, 30-ка, грубо говоря. Нормально так. 1000 мы уже насбирали. Еще 500. Почти 100. 1100.
1100. Соответственно, ребята, в наших, как говорится, интересах бомбить древесину и добывать железо, потому что за счет этого у нас идет прокачка. Вот был бы дробовик, он бы с одного выстрела мог бы всех этих собак уничтожить. Ну, потому что это дробовик. Окей. Минус. Так, ладно, побежали. Где-то железо нужно найти. Где-то, где ты его найдешь? Тем более в таких количествах. Я даже не знаю. И побежали со всех щелей, повылазили, как эти. Как тараканы. Сколько тут? Почти 50. Так, почти 50. Тут 130. Ну, шикарно. Угу, минус. Готов. Так, спасли. Так, ну сколько нам еще? Не хватает 12 тысяч. Ну, точнее, не 12 тысяч, 120 этих. 120 железа, ребят. 120 железа нам не хватает. Чувак просто пробежал. Интересный. Так, волк здесь у нас. Ну что ж, придется его запинать. Успеем ли мы его запинать? Попробуем. Ох, криты, криты пошли. Криты были вообще великолепные. А вот здесь жесть. В новой локации, друзья мои, жесть. Конечно, тут будет всего много, но и урона будем получать здесь очень тоже много. Смотри, сколько железа получаем. 215. Понял, да? Вот так вот. Ай, да, раскумар такой был конкретный, ребята. Ну-ка. Так, ребят, какие-то новые ботиночки у нас выпали. Давай хоть глянем, что они там дают нам. Они дают нам скорость и защиту 15%. Слушай, ну нормально. Нормально. Так, у меня золото 1000. Пойду я куплю себе... Вот. Красиво. Лопатку одеваем. Нехватка чего-то там, нехватка. Тут идет реген, да? Тут идет реген у нас. А вот, ребята, аксессуары, тут еще будет это, но это все откроется чуть позже. Видишь тут? Вот здесь у нас есть уже ячейка, но пока ничего не могу сюда поставить. Это на 17, на 28 и на 40 уровне будут дальнейшие улучшения. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.